А що значить? Команда вбрасування. Да? Сейчас, секундочку, можна. А що? Що ти хочеш, Машка? Що ти хочеш Машки сказати, господи? Увековечим Стиви Вандера. А, да? Кстати, да. Он никогда не присутствовал на готовке. Да. Кое-какого блюда. Ну, ты же как и я, сейчас танцует по это дело, да. Слышишь, у меня чьи-то вот видит. Он может там сидеть. Без комментариев. Открывалка. Конечно. Он может со мной сидеть. Вот так вот он может сидеть. Сколько он будет на время? Вася, Честер, Ренатушка, ты любишь фоткаться? Не люблю. Вот он, господи. Ренатушка, скажи всем нам. Скажи, дурак ты тебе. Скажи, ты такой шлёвный, клёшный пацан. Это было больно. Но водку, смотри, как мы реагируем на водку, смотри. Смотри, Ренатушка. Як? Скажи, як? Водку не употребляем. Мы любим коньяки и вина. И леры, и вин. Так, ну, ребята, вы не думайте, что здесь, в этой огромной... Отец, при чем тут твои гребаные, блин... Нет, я не про то. Я хочу сказать, что в этой кастрюле не варится белье. Здесь творится чудо. Это всего лишь что? Называется это чудо солянка. Почки мясо. Почки сними. Да. Ну, смотря на такие санкт-петербургские условия, я думаю, и почки. Сними свои почки. Почки красота. Почки ты что? Я это сожалею, конечно, почки. Что в камере не присутствуют вкусовые какие-то вот такие вот. И нюхательные всякие. Да, диоды, там рецепторы, там триоды, там я не знаю что-нибудь. Хотя недавно я смотрел по телевизору программку о том, что один японский или китайский, там, китайский товарищ придумал телевизор со всякими запахами. Нет! А-а-а. Если там на картинке получается какой-то... Ананас там, например, он пахнет ананас. Или, допустим, лес. Телевизор выдает кое-какие вещи. То есть запахи. Ты представляешь, сидишь, такое впечатление, что ты в лесу. Подожди, да, у меня другой вопрос. А если ты порево смотришь? Какие он запахи выдает? Тогда пахнет мочой. То не помылся, то пахнет плохо. Не кричи. Тот хорошо помылся, тот хорошо пахнет. Пахнет песика. Мы не будем смотреть, оно не пахнет. На самом деле это прикольная тема. То есть минимум запах моря. Ты представляешь, я бы с удовольствием сейчас почувствовал, да? Нас тут, видите, не срос такой легкий получился, потому что делать уже почти нечего, осталось просто все вложить. Не, я сейчас еще почки нарежу. Почки. Кому нарежу? Ты почки нарежешь? Почки по времени заебистей. Говядинку добавить немножко, да? Телятинка. Нет, специи. На себя нарежу. Специи, телятинки. Братья, телятинки. Я надеюсь, специи, через 20 мы присоединим к этой записи вкусовые эффекты. Не исключая водки старой галимой памяти. Я думаю, что 20 лет туда-сюда для нас вот они закончили. Мы сделаем проект 20 лет спустя. Да, не спорю. Спасибо. Мы добавшись опытом, мы будем вспоминать, какой херни мы желали. Но мы Д'Артаньян и Констанции. Д'Артаньян и Констанции. За Д'Артаньян с души. А, хорошо! Не подарки, сука. Ой, не подарки, не сладости. Так, ну что там в нашем видео? А ну дай. Посмотри, что.